Сегодня в Шевченковском райсуде Киева второй день избирают меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Заседание, так же, как и в пятницу, началось со столкновений сторонников радикалов с полицией. Главному организатору акции досталось от сотрудников полиции. Силовики также задержали 5 человек, в том числе и девушку Стерненко, но позже ее отпустили. Радикалы на акции под зданием суда вели себя агрессивно. Они напали на журналиста издания «Шари.нет» и угрожали другим работникам медиа. Также сторонники националиста жгли фаеры. В четверг, напомню, Сергею Стерненко вручили подозрения по статьям «Умышленное убийство» и «Ношение холодного оружия без разрешения». В пятницу ему вынести приговор не успели. Соратники Стерненко штурмовали суд, а его защита затягивала процесс, подавая бесчисленные ходатайства. Прокуратура просит для активиста круглосуточный домашний арест. Речь идет о событиях мая 2018 года, когда на фонтане в Одессе Стерненко отбивался от жителя области Ивана Кузнецова, который, по словам активиста, напал на него. Радикал нанес обидчику смертельный удар. По версии следователя, Стерненко гнался за раненым Кузнецовым 100 метров, после чего добил его ножом в сердце. То есть это умышленное убийство. Адвокаты же Стерненко считают действия своего подзащитного самообороной.